Главное предложение только сегодняшнего дня. Это ботинки Кэтрин. И сегодня выглядит грациозно даже в минус 20 зимними ботинками в стиле спорт casual. Наслаждайтесь любимыми образами. Выглядите невероятно модно и стильно. Чувствуйте себя моложе и всегда в отличном настроении. Любимый партнер телеканала Shop & Show бренд Wilmer представляет бесплатной доставкой один день зимнюю коллекцию. Но сразу раскрою секреты. От плюс 10 до минус 20 мы можем носить наши ботиночки и уже сейчас с любовью их надевать. Только один день мы представляем скидку 47%. Ну и, конечно, самое любимое, что, конечно, мы сегодня выбираем лучшее и знаем, с какими образами сочетать благодаря ему. Это яркий, эпатажный, звездный, любимый наш красавец Микола Комедров, который является стилистом и экспертом по самым модным обувным новинкам. Доброе утро, мои дорогие. По традиции наливайте горячий чай и себе кофе и присаживайтесь поудобнее, потому что сейчас вы будете падать. Падать будете не на в зиму, да, на гололеде, а именно от того, что мы сегодня представляем вам выгодное предложение. Это зимние кроссовки, это зимняя пара обуви, которая имеет свойство согревать, самое главное быть уютной. Синий, красивый, элегантный цвет, вот с таким красивым графитовым оттенком подошвы вы видите на своих экранах. Вот эта маленькая пушистая шерстка будет обеспечивать согрев до минус 20 градусов. Также можно выбрать для себя сегодня и черный цвет. Для тех, кто любит все-таки классику, это красивое сочетание серо-черной фактуры обеспечит вам изысканные образы. Самое приятное, что сегодня есть все, понимаете, от 36 до 41 размера, два цвета, совершенно разные образы. Итак, Микола, как мы выбираем размеры? Потому что все-таки мы носим и с носками, и без, да, от плюс 10 до минус 20. Какие здесь есть нюансы? Несмотря на то, что здесь находится у нас с вами шерстка, она достаточно плотная, но коротко стриженная, мы выбираем четко от 36 по 41. Тем более, это бренд Кюмфо. Это вторая линейка бренда Wilmer, которая работает больше на основе ортопедии, а самое главное, она работает всегда только с натуральными материалами. Здесь используется натуральный спилок, это как минимум уже роскошь, это как максимум ваш статус. И, конечно же, безусловно, овечья шерсть в составе, которая вырабатывает ланолин, а значит, согревает не просто до минус 20 градусов, а действительно прогревает весь ваш организм. Это очень важно. Слушай, как я обожаю вообще вот такие полуспортивные обувь, которые дарят легкую сочетаемость с любыми образами. Это и джинсы, это и юбки, и брюки. Причем на сегодняшний день я, знаешь, я для себя поняла, я могу купить сапоги, я могу купить высокие ботинки, но каждый день, именно когда холодно, именно зимой, я ношу, да, вот такие укороченные ботинки, потому что в них удобно. Их удобно снимать, в них удобно ходить. И самое главное, что они реально сочетаются со всеми образами. Да, это действительно так. Вот посмотрите на подборку, например, Риана и многие-многие звезды Нью-Йорка часто выбирают для себя укороченную пару обуви. Да, мы все знаем, что в Нью-Йорке такая же погода, как и в России, там также холодно, ветрено, снежно и слякотно. Поэтому вот как раз-таки нью-йоркские модницы выбирают для себя укороченную пару обуви. У нас такой тренд тоже есть в молодежи. Взрослое поколение, конечно же, всегда пугается, но этого не стоит бояться. Как говорится, молодые совершенно не дураки, они все понимают, а самое главное, знают, почему укороченная пара обуви может согревать так же, как длинные сапоги до колен. А вот как? Расскажи, объясни, по какому принципу? Ну, смотрите, если смотреть анатомически, то наша с вами венозная кровь, спускаясь вниз, идет в прохладном состоянии, а выработка ланолина дает возможность как раз-таки ее согреть, и уже в горячем состоянии кровь поднимается наверх. Холодный воздух идет вниз, теплый идет вверх. Поэтому у нас происходит естественная циркуляция нашего температурного режима. Вышли мы из дома, наша кровь пошла вниз. Здесь она встречается с овечьей шерстью. Шерсть ее нагревает, и этот поток воздуха поднимается наверх. Поэтому, несмотря на то, что обувь укороченная, кстати, это еще одно дополнительное преимущество. Вы можете ее носить и совмещать с брюками классической формы, зауженные джинсы или джинсы с подворотом. И, конечно же, маневренность представляет. Ну и вот обратите внимание на мягкость, пушистость этой фактуры и стелечку, которая выполнена еще из пененного полиуретана с уплотнением на зону пятки и как раз-таки формирование пяточной посадки.
как мне нравится сейчас сезон. Вы понимаете, вот смотрите, я выбрала 39 размер мой. У меня высокий подъем, мне очень мягко и очень удобно. Но опять же, что еще вот боишься, когда покупаешь зимнюю обувь, особенно когда она в спилок, это замша из натуральных материалов, что они загрязнятся, потому что на улице реагенты, химия, ты в лужу можешь просто плюхнуться. Что будет с ними, не будут ли они промокать? Не нужно бояться, потому что бренд Кюмфо, так же, как и основной концерн Вилмар, всегда обрабатывает кожу именно системой жирования. Вот, пожалуйста, лед, вода, грязь – это те реалии, которые нас будут встречать именно на улицах. Бесстрашно можно носить данную пару обуви и даже не бояться наступить в лужу. И обратите внимание, дизайн застежки, которая имеет такую воротообразную форму, закрывающую и герметично защищающую ее. Смотрите, помимо грязи я еще вылил как минимум целый кувшин воды. И вы видите то, что вода полностью отскакивает от поверхности. Вам останется только протереть обувь после прихода домой, и все, и она ваша. Опять чистая и красивая. Смотрите, капли воды остаются на поверхности, они не впитываясь, а складываясь в такие, знаете, бриллиантики и шарики. Самое главное, что мы привыкли доверять профессионалам. И профессионал – это сегодня бренд Вилмар и линейка Кюмфо с бесплатной доставкой. Но еще, конечно, целый день ходить в обуви зимней, она должна быть комфортной, да? Как, на какую полноту мы можем их выбрать, да? Вальгусная деформация, высокий мы подъем. Можем выбрать ее сегодня от 7 до 10 плюс полноты. Марина, представительница как раз-таки 10 полноты, с легким уже выражающимся элементом вальгуса и высоким подъемом, так же, Лена, как и у тебя. Марина выбирает четко свой 39 в синем цвете. И обратите внимание, она пользуется только одной молнией. Хотя при этом можно надевать двумя вариантами. Либо внутренней молнии мы надеваем пару, либо расстегиваем основную переднюю и надеваем через нее. Идеально. Черный и синий. Выбирайте из этих двух цветов самые, что ни на есть, любимые, стильные, с классическим образом. И бесплатная доставка. Вам все принесет курьер. Вы будете наслаждаться от плюс 10 до минус 20. И самое главное, что со всеми образами они будут сочетаться. Молодите, странейте, будьте стильные. Это зимняя коллекция, которая стоит сегодня 4 999.